Они создавали современную Самару. Ленинский мемориал, где размещается музей Алабина, дом архитектора, дом актера, Самарская филармония, здание больницы имени Пирогова, кардиодиспансера, 11-й гимназии. Практически все знаковые объекты Самары были созданы работниками строительно-монтажного треста номер 11. Он был основан 14 апреля 1943 года, 80 лет назад. 35 лет на предприятии трудился Виталий Алексеевич Симонов. Он прошел путь от мастера до генерального директора. 11-й трест строил как предприятия, общественные здания, так и жилые дома. А мы начали строить город быстрыми темпами. Скоростное строительство было, крупнопанельное, крупноблочное, кирпичные. Дома росли как грибы. Настрой такой был у коллектива. Дать быстрее жилье людям. Знаменитый дом по проспекту Ленина 1, где долгие годы живет Виталий Алексеевич, построили для работников ЦСКБ «Прогресс» в 1971 году. Дом до сих пор носит имя генерального конструктора завода Дмитрия Козлова. С особой ответственностью 11-й трест строил здание правительства Самарской области. Кабинет губернатора изначально планировался меньшего размера, но в процессе строительства его решили увеличить, чтобы первому лицу региона было удобно принимать большие делегации. Я, например, присутствовал, когда Петр Прокофьевич Мачнев, наш герой соцтруда, бригадир Камечко, положил его в структуру. Порядка 177 тысяч кубометров кирпичной кладки. Это пирамида Хеопса вторая. Своим главным достижением Виталий Алексеевич считает реставрацию церкви Живоначальной Троицы в селе Екатериновка. Уникальный собор, построенный еще в 1813 году, лежал в руинах, и многие считали, что здание восстановить невозможно, но 11-й трест справился. И мы в результате за 2 года и 9 месяцев вот сделали эту красоту. Вот то, что мы видим здесь, это вот сразу за входом через колокольню. Про любимый город, выдающихся людей, которые внесли большой вклад в его развитие, и про свой 11-й трест Виталий Алексеевич вспоминает с теплотой, иногда сочиняет стихи. В неполных лишь 4 года почти 1500 семей вселились в новые квартиры. Сказать спасибо надо ей, ей Богу, только ей, той силе, что в коллективе появилось, и за полсотню лет в Самаре в могучий фактор превратилось. Заслуженный строитель России рад, что дело его жизни продолжается и сегодня. Умножается красота Самары, преображаются и благоустраиваются кварталы. Когда-то 11-й трест заложил основу, сейчас она продолжает наполняться содержанием. Светлана Кудрявцева, Ксения Баканова, Константин Головин, Николай Сидоров. События.